Ой, там тоже пиздец Да, это полный. пиздец, должно быть. Потому что один из этих треков я знаю. Бля, оба трека ёбнутые. А тоже будем клипы смотреть или так послушаем? Вообще, если есть клипы, мы со зрителями смотрим... Да, да. Давай, давай. Мы со зрителями смотрим, я готов прислать. Я сам найду. Я нашел. А, ты уже нашел? Окей, я тебе прислал. Да. Сейчас, секундочку. Это, да, это трек каждый день. Давайте. О, да. Да, я готов. 3, 2, 1. Поехали. Lil Crystal каждый день. Я не знаю, что это за трек, но... Ты не слышал? Трек... Нет, бро, я не слышал, представляешь? Бля, как тебе повезло. Это пиздец. Это январь 19 года, трючок. Это пиздец. Каждый день по утра я на трэпе до утра. Мне звонят на телефон, я не буду отвечать. Каждый день по утра я на трэпе до утра. Мне звонят на телефон, я не буду отвечать. И я занят, хоу. Вся твоя братва на менопаузе, бро. Я съел один и я хочу еще. Нахуй одну бабу, когда много, хоу. Объебало, нужно две. Жестный глаз в моем тэпе. Удлиненный магазин по размеру, как мой член. Я заглядываю, тут лакет. Курю ночи, курю день. Все подруги носят пушки. Ведь они из РНБ. Прыгаю, как гепард. Мои мечи и стали. Твои гучи сандали. Не получают травм. Что тебя я бы не знаю. Опять Классина в клипе. Мой номер недоступен. Сейчас вижу. Я извиняюсь. Да, 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 сейчас вижу. Каждый день по утра я на трэпе до утра. Мне звонят на телефон, я не буду отвечать. Каждый день по утра я на трэпе до утра. Мне звонят на телефон, я не буду отвечать. Елена, спасибо. Охуенно чувствует музыку, пиздец. Да пиздец, я говорю, математики гениальные. Очень круто. А у меня прям в следующем, кстати, вот следующая песня прям включается. Да, это... Да, ребенок, это правда, да, все нормально. Тут много снега на дороге. Там много снега на дороге. Ублюдок родился на байке. Я курю дури дорогами. Мы дышим дым, как драконы. Мы летим вверх и нам бог. Снег так много, как будто дикап. Сук зовет меня Санта-Клаус. Я курю много дури сад. Я курю много годов зай. Свет так много, я буду сиять. Этот трек зажал кристалл. Эти сук хотят быть с нами. Все эти сук модель, ты знаешь. Сук заушенный, сук делал на мне. Сука! Чё больше, ой-ей-ей. Да взорвал пакет, ей. Он сам на маске, сук тупой пиздец, ей. Он сам на маске, как на скаркате, ей. Он хотел меня вокруг побивать, ей. Лилуха ухватил мой круг, ты хотел пропасть, ей. Но колец, как Соник, я смогу всё достать, ей. Динь-данг, динь-данг, брось. Сук со мной еще, сук со мной еще, yeah. Все эти шкуры довольны, все эти шкуры довольны. На кармаках у меня гангстер, оля, сука. Тут много снега на дороге, там много снега на дороге. Ублюдок родился на байке, я курю дури дороги. Мы дышим дым, как драконы. Мы летим вверх и нам бог. Снег так много, как будто дикап. Сук зовет меня Санта-Клаус. Я курю много дури сад. Я курю много годов зай. Свет так много, я буду сиять. Этот трек сожрал кристалл. Все эти сук хотят быть с нами. Все эти сук модель, ты знаешь. Да, блять, это... Красота. Пиздец, это пиздец. Начни, дружище, начни ты. Слушай, ну, видимо, у нас 1-1, потому что здесь платина забирает по-любому. Да. У него, бля, вот у него,
он через свой голос может передать настроение охуенно. Даже если бы он сейчас читал на английском, я бы все равно понял все нахуй. Понимаешь, да, о чем я говорю? Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, да, он именно своим голосом передал вот все, что хотел сказать. И ему даже для этого слова не нужны, а это многого стоит. И отдельно, конечно, респект за видео. Опять же, у нас октябрь здесь, октябрь, бля, гений. Очень классный клип. Кристал... Кристал в своем... по вайбу, конечно, это тоже пиздец полный, это сумасшедший хук. Но да, именно... Да, да, да. Да, но именно по эмоциям здесь, конечно, берет Платина. Целостное и... настроение, погружение, да, типа? Да, угу. Погружение. Угу. Платина своим голосом пиздец. Обволакивает пиздец. И забирает, забирает просто вот туда. И Кристал, ну... Немножко как бы еще не понимает, как двигаться, что ли. Как бы он немного неуклюже выглядит в этом клипе. Вот. То есть голосом своим, мозгом, он чувствует музыку прекрасно, но телом пока нет. Угу. Вот. Ну, конкретно в этом клипе. Пока не знаю, что будет дальше. Не отыгрывает вот. Вайб тот, который звучит да, визуально. Да, угу. Да, да, угу. Да, 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 да. Именно артистизм. Здесь Платина, ну, по всем параметрам берет. Я согласен с тобой. Я тоже свой голос отдаю за Платину. Более того, я считаю, что это один из лучших или самый лучший трек, что я слышал, по крайней мере, вот на пятый круг, да. Мне кажется... Здесь все сделано охуительно, но сыровато исполнены именно куплеты. Но это в данном случае, как ты говоришь, вот именно по технике, именно по математике. То есть, условно, сейчас, в 21-м году, я слышал там, по-моему, я не помню, как называется трек от Трилпила, он технически безупречно его исполнил. Но вайба в нем меньше было, чем в этом треке. То есть, условно, есть Трилпил, который сделал довольно хорошо. Я считаю, что есть, короче, если Платина сейчас куплеты перепишет в 2021 году, актуализирует звучание, с точки зрения техники, это будет бенгер, пиздец, он актуален и по сей день, я считаю, даже в 2021 году. Вот что я думаю. Ну, слушай, я во время прослушивания себя не поймал на мысли, типа, блин, а вот тут что-то недоработано, тут что-то не так. Мне, наоборот, показалось, что по математике все отлично сложено. Ты не услышал ничего, да? Бля, мне куплет чуть-чуть резонул. Да я еще помню. Я помню, кстати, мне, по-моему, он резонул еще на прослушивание «Пятый круг». Чуть-чуть. Но вайб, вайб в целом, он, блядь, перебивает все. Это бенгер. Прям точно. Это очень мощный трек. Сумасшедший голос. Да, да, прям. Да. Здесь, кстати, вот трек Lil Crystal «Каждый день» — это топ-1 на Ютубе, топ-3 на Spotify, на Яндекс.Музыке, топ-5 ВКонтакте, топ-8 на Genius. А «Santa Claus» — это топ-3 на Ютубе, топ-5 на Spotify, топ-10 ВКонтакте и на Яндекс.Музыке, топ-2 на Genius. Вот, это очень... Тоже вы предлагали, ребят, вы предлагали это. Вот, поэтому, опять же, да, мой голос, получается, за Платину, голос нашего гостя за Платину.